Финал начался сразу с нескольких успешно проведенных болевых в исполнении самых легких и юных борцов. А вот дальше эмоции начали бить через край, как в этом поединке. Большую часть времени соперник Никиты Шумского вел в счете. Юный самбист даже разок вылетел с татами и повстречался со стеной. Чувствительно, но не смертельно. Схватка продолжилась, Никита победил. Я думал, что проиграю, но я смог выиграть. Я хотел выиграть, но выиграл. Ну, что тебе помогло выиграть? Сила. И надо верить в себя. Не останавливаться и продолжать путь свой. А вот эти ребята, несмотря на схватку, прежде всего остались друзьями. Арсен владел ощутимым преимуществом и держал оппонента в постоянном напряжении. Тимур успешно защищался, но выстоять не сумел. Соперник был сильный. Не хватило мне пару баллов до ничьи. Максимум впечатления. Хочу сказать спасибо большое организаторам этих соревнований. Вообще очень хороший противник. Сдружились за этот день очень хорошо. Провели бой дружно, без ссор, без ничего. Подготовка к новому сезону удалась на славу. В этом убедились все – зрители, тренеры и арбитры. На этих соревнованиях мы посмотрели, что ребята очень хорошо потрудились летом, очень физически хорошо готовы, развиты, технически подготовлены. На этих соревнованиях они показали великолепную технику. Я так думаю, что эти соревнования помогут им подготовиться ко всем соревнованиям, которые будут в течение учебного года, подойти к ним в хорошей спортивной форме и показывать на следующих соревнованиях хорошие спортивные результаты.